Привет, друзья! Совместные учения армии России и Таджикистана завершились на горном полигоне Харп-Майдон в Таджикистане. Это вблизи афганской границы. Учения проходили с 3 по 7 апреля. На заключительном этапе отрабатывалось блокирование и уничтожение боевых групп условного незаконного вооруженного формирования, а также боевые действия, нацеленные на восстановление государственной границы. Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Смирно! Равнение в середину! Товарищ министр обороны Республики Таджикистан! На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.